Привет-привет! Рада видеть вас на канале. И сегодня у нас с вами обзор моей уходовой косметики от Yves Rocher. А также мы откроем с вами мою долгожданную посылку от этой фирмы. Ну и если уж речь зашла об Yves Rocher, то я бы хотела вам показать сейчас ту косметику, которой я пользуюсь. У меня здесь есть уже пару пустых баночек. Пару пустых баночек я уже выкинула. Значит, начнем мы с чего? Вот у меня уже полупустой флакончик как раз вот этого тоника экстра увлажнение, очень мне нравится, поэтому я заказала два про запас. Есть у меня также из этой же серии пилинг, очень нежный пилинг экстра увлажнение, мне он очень нравится, как видите, он тоже почти пустой, но его хватает очень надолго. У меня даже иногда им муж пользуется. Очень нежные мелкие частички, очень приятный запах. Кожа после него ни в коем случае не шелушится. Он очень нежный. Пользуюсь я им раз в неделю, и мне этого хватает. То есть очень хороший, прям рекомендую, у кого смешанная кожа, отличный нежный пилинг. Хочу вам показать, насколько он очень мелкий. Но что-то тут уже, видите, ничего нету. В общем, вот здесь вот чуть-чуть. Посмотрите, насколько мелкие эти частички. Они очень мелкие, очень маленькие. Они очень нежно отшелушивают кожу. Так, и следующее мое средство. Это средство для умывания. Гель для умывания из этой же серии. Экстра увлажнение. Я покупаю сразу вот такую большую упаковку эконом, чтобы можно было нажимать. Мне очень нравится дозатор у него. В общем, хватает надолго. Тоже только положительные отзывы. Кожу абсолютно не сушит, смывает всю косметику. Не пользуюсь я никакой мицелляркой, ничем. Вот, пожалуйста, мы нанесли на лицо, умылись, просто все отлично смывает. Следующий продукт – это крем для пяток. Шикарный крем. Я очень много перепробовала кремов, но остановилась на этом. Действительно увлажняет кожу пяток, и она меньше шелушится, меньше трескается. Это действительно так. Единственное, вы знаете, что мне здесь не нравится, это запах. Ну вот не нравится мне этот запах лаванды, но эффект есть, поэтому пользуюсь. То средство, которое я вам уже показывала, анти-эйдж, оно мне не подошло, я им так и не пользуюсь, я думаю, оно так и пропадет у меня. Дальше, это у нас крем, к сожалению, вот здесь вот этикеточки нет. Это у нас гель-крем 0 недостатков, но, кстати, он мне тоже не подошел, я его покупала для летнего времени, когда кожа наиболее жирная, но после него у меня кожа становится... Не то чтобы жирная, в общем, на ней появляются какие-то прыщички после него. Не знаю почему, не знаю, с чем это связано, хоть и написано 0 недостатков, но вот как-то действует он на меня наоборот. Дальше смотрим с вами. Это губная помада, это не матирующая губная помада, это обычная губная помада. Как видите, она у меня уже почти закончилась. Цвет здесь... 103-й, нежный такой бежевый оттенок на каждый день. И покупала я себе вот еще тоже из этой же серии, не матовая, обычная помада. Это у нас 107-й оттенок. Это такая помада, вы знаете, вечерний, то есть вечерний такой макияж очень хорошо подходит. Кто, конечно, посмелее, может ее использовать и в дневное время суток, но вот она очень такая яркая, насыщенная на губах. А сейчас мы с вами будем открывать посылку с моим заказом. Я ее очень-очень ждала, потому что мои некоторые средства уже заканчиваются. Сумма моего заказа составила 1315 рублей. И получала я свой заказ на почте. Там еще взяли с меня 50 рублей за комиссию, за перевод, я так понимаю. В общем, давайте посмотрим, что же в посылке. Так, и что же у нас? Заказала я себе два вот таких вот тоника, экстра увлажнение. Пользуюсь ими очень давно, очень довольна. Даже ни на какие другие не хочу переходить. Они там как раз были по акции 300 рублей. Заказала я сразу два себе тоника и еще заказала средство для экспресс снятия макияжа с глаз, двойное с маслом, оно мне тоже нравится, с маслом басилька, тоже ему пока не изменяю, постоянно пользуюсь им. Так, ну и как обычно от Yves Rocher идут подарочки, это у нас идет гель для душа с органой и розой, кажется.
с органией. Это у нас пробнички, кстати, Anti-Age Global. Я пробовала этот крем. Это же крем у нас. У меня даже есть, сейчас я вам покажу. У меня даже есть вот такой вот миниатюрный пробничек. Тоже мне его давали в салоне. Вот это одно и то же. Но вы знаете, он мне совершенно не подошел. Он очень сушит кожу. Просто нереально. Кожа после него сухая. Даже, можно сказать, до такой степени, что начинает шелушиться. Так, что у нас здесь еще? Так, это у нас... Еще есть серии антивозрастные крема или сыворотка, пока не знаю, что это. И, кстати, вот этому пробничку я рада. Я давно хотела попробовать их тональники. В общем, попробую, посмотрю, подойдет или нет. И еще вот таких вот, посмотрите, два пробничка. Это крем гель для лица. Я так понимаю, что для лица и бороды написано. Мужской. Крем гель для лица и короткой бороды с алоэ вера, в общем. Увлажняет кожу, их смягчает бороду. А, и еще я забыла вам показать. И еще тоже я очень люблю у них блеск для губ. Очень он мне нравится, как он ложится. Губы после него не сохнут. Это оттенок 7. Это, наверное, уже, знаете, это, наверное, уже у меня третий тюбик этого блеска для губ. Я уже вам показывала, что я сейчас заказала такой новый. Это у нас 7-й тон. Это блеск для губ. У меня он тоже почти пустой. Вот такого вот он оттенка. Сейчас я вам покажу. Такой вот он очень нежный, прозрачный. Именно блеск. То есть я им покрываю сверху помаду. Это... блеск для губ, но он более насыщенного цвета, такой тоже, можно сказать, вечерний. Еще у меня его достаточно много, поэтому не заказывала, мне тоже нравится. Сейчас я вам покажу. То есть вот он. То есть видите, он достаточно такой, тоже насыщенный, вечерний, можно сказать. И я пользуюсь вот этим вот блеском для губ, первым, который более прозрачный, наношу его или на этот блеск, или на любую другую помаду. Ну, так, ну что, я поделилась с вами своей основной уходовой косметикой. Это только из серии Yves Rocher, конечно же, у меня есть и другая. Я сейчас постепенно перехожу на белорусскую косметику. Там есть две марки. In Cosmetics и что-то еще, и Белита, кажется, или Биэлита. В общем, я потихонечку тоже ее себе приобретаю. У меня есть там и блески для губ, и различные крема. В частности, крема ночные и дневные, они мне очень нравятся. Но это уже не подходит в нашу категорию марки Yves Rocher. Надеюсь, что это видео было вам интересно смотреть. Вы почерпнули какую-то новую информацию. Желаю всем хорошего настроения. Пока с вами прощаюсь и жду встреч в новых видео. Всем пока-пока!